19 декабря 2023 года в городе Светлый по улице Советской двигался автомобиль марки Hyundai Tucson, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо, в результате чего автомобиль допустил с пешеходом столкновение. Пешеход 2006 года рождения получил телесные травмы и доставлен в детскую поликлинику города Калининграда.